В этом уроке пойдет речь об инструменте Quick Mask. Это один из способов выделения, который бывает полезен при фотомонтаже. Суть этого метода состоит в том, чтобы создать черно-белое изображение, на котором белым цветом будут указаны выделенные области. Попробуем одеть на голову этому милому животному фуражку с головы летчика. Для этого нам необходимо выделить головной убор на фотографии с пилотом. Для того, чтобы использовать инструмент Quick Mask, нужно нажать клавишу Q или кнопку на панели инструментов. Если переключиться на палитру Channels, можно увидеть, что в список каналов добавлен канал быстрой маски. Выберите кисть и черным цветом начните закрашивать область фуражки. Вместо черного цвета вы увидите прозрачный красный след, который оставляет кисть. Лучше не использовать кисть со 100% жесткостью, чтобы края выделения были мягкими. Если вы ошиблись, вы можете удалить лишнее при помощи ластика. Если отключить все каналы, кроме быстрой маски, вы увидите черно-белое изображение, которое будет использоваться для определения выделенных и невыделенных участков. После того, как фуражка будет закрашена, отожмите кнопку Quick Mask. После выхода из режима быстрой маски канал Quick Mask пропадет с палитры Channels. На изображении выделено все, кроме фуражки. Инвертируйте выделение, чтобы выделить фуражку. Если это необходимо, используйте инструмент Refine Edge, чтобы сделать края выделения ровными. Скопируйте выделение в буфер обмена, перейдите к изображению с морским котиком и вставьте фуражку. При необходимости измените ее размеры. Для этого переключитесь в режим свободного перемещения, нажав сочетание клавиш Ctrl-T. Аналогичным образом можно надеть на котика модные темные очки.